Кстати, друзья, огромная вот такая инструментальная композиция у нас получилась. Называется она Always There, всегда там. Ну, а мы, собственно, всегда здесь. И я хочу пригласить на эту сцену первую нашу сегодня участницу. Ирина Чумакова. Прошу выступать артисту в овациях, потому что всем приятно. Вот, мы исполним с Ириной одну замечательную композицию, ни много ни мало авторского, наверное, производства. Вот, у нас есть замечательная группа, называется она Манка Групп. Почему Манка, Ирина вам сейчас расскажет. Вот, почему групп, Ирина сейчас вам покажет, ну и мы, соответственно, тоже. Итак, я передаю слово Ирине Чумаковой, друзья. Сегодня здесь, на Главмус Джемме, Козлов Клаб. I'm
все, друзья. Ирина Чувакова для вас специально сегодня здесь, на глав постжем. Тур Козлова, друзья, ура! Итак, продолжаем наш мероприятие с красивой композицией, которую я хотел бы исполнить с помощью прекрасной девушки, которую зовут Елизавета Павлюкова. Она здесь у нас сегодня в зале. Елизавета, выйди к нам, покажись. Композиция, которую мы исполним, называется «Calls», «Звоночки». Я надеюсь, звоночки у нас тревожными сегодня здесь не будут. Вот, все у нас получится как по маслу. Вот, поэтому, вот, собственно, Елизавета прекрасная здесь сегодня, ну, друзья. Давайте поприветствуем артистку. Вот, композиция «Calls», автор Роберт Гластер. Вот сейчас немножко хип-хопчика такого спокойного, красивого. Поехали. Thank you.
Спасибо, друзья. Лиза Павлякова для вас сегодня. У нас было немножко дебют этой песни, мы немного волновались, поэтому извините нас за как бы джемовые ситуации, возникшие сегодня. Ничего. Итак, мы продолжаем наш музыкальный калейдоскоп. И я хочу пригласить на эту сцену девушку, которую зовут Василиса. Очень такое интересное русское православное вот это вот имя. И с Василисой мы сейчас тоже в джемовом характере исполним композицию. Сейчас мы буквально 2 минутки и договоримся, какую, потому что у нас есть вопросы. Итак, Василиса. Здорово. Ребята! Да. Итак, мы начнем, друзья. Сейчас мы попробуем композицию новую изобразить.
dick I can get hoes. Like you, your motherfucker, waking to me. Like your brother, nah, do you like you do it? On my crotch, on my head, low like you. Waking to me like your brother, do it like you do it. Do it, do it, do it, do it. Oh, oh, oh. Здесь, на главном джем в клубе Козлов, друзья, ура! Итак, я хочу завершить наш сейчас вот этот прекрасный первый блок, наше открытие, и хочется нам сыграть одну инструментальную композицию для вас, друзья. Вот, я бы хотел наших буховиков вызвать на сцену, Иван и, пожалуйста, Илья, где вы есть, если вы, выходите, пожалуйста, на сцену. Вот, мы сыграем инструментальную композицию, друзья, и после этого сделаем небольшой перерыв, буквально минут 20, максимум 30. Вот, все, кто курит, все спустятся покурить спокойно, отдохнуть. Все, кто не курит, естественно, споют в бар, тоже отдохнут. Вот, и мы потом продолжим. Вот, а сейчас мы сыграем инструментальную композицию, которая называется «Моус» группы «Электро Делюкс», может быть, если кто знает. Вот, я приветствую всех вновь прибывших еще сегодня к нам. Друзья, здравствуйте, вы попали на мероприятие, которое называется Glavmost Jam. Сегодня у нас открытие, первое мероприятие. Мы здесь собираемся, чтобы играть хорошую музыку для вас, для нас, радоваться все вместе. Ребята, куда вы все уходите, простите, пожалуйста? Мы пока еще не заканчиваем. Курите же, да? Хорошо, ладно, буду болтать меньше, буду делать больше. Итак, мы продолжим музыкальные композиции, друзья, спасибо. Thank you.
Спасибо огромное, друзья. Еще раз Алексей Козловский на барабанах, друзья, сегодня у вас, для вас, у нас. Алексей Люшин, бас-гитара. Александр Горячий, гитара. Иван Акатов, труба. Илья Чумаченко, саксофон. Меня зовут Слава Быстров. Я играю на клавишах и вот, собственно, разговариваю с вами. Еще раз, вы сегодня здесь на мероприятии, которое называется Club Most Jam, друзья, в клубе Козлов. Мы здесь каждую пятницу, поэтому заходите, радуйтесь. А у нас небольшой перерыв, который заполнит хорошей музыкой. Диджей Франц, друзья, ура! Мы вернемся к вам в 2023. Спасибо!
Спасибо, друзья, огромное. Спасибо, вот прекрасный у нас вот оркестр образовался. Ребята, спасибо. Итак, друзья, продолжая наше бурное веселье, я хочу пригласить на сцену Ирину Чувакову, пожалуйста. Ира, пойдем. Сегодня она уже пристала, и вот еще разок сейчас пояснет. Итак, вот Вячеслав Величковский у нас сейчас будет играть на бас-гитаре. Вот, спасибо, Олег Шумцов играл на барабанах, друзья. Марсель Хакимов на бас-гитаре. Для вас сегодня здесь, на главном музее, Кирилл Козлов. Итак, композиция, которую мы сейчас сыграем, Ирина, наверное, объявит сама. All or Nothing. Это песня прекрасной певицы Джамалы. Ранняя, это из раннего. Благодаря этой песне я узнала о ее существовании и вот все хотела где-то ее исполнить. И вот сегодня это случится. И завтра, кстати, приходите к нам на концерт выше этажом в 10 часов вечера. Там она тоже будет. Ход свободный. А давайте дальше.
Спасибо. Ирина Чувакова, друзья, сегодня здесь у нас на главной. Спасибо огромное. Итак, мы продолжаем наше бурное прекрасное веселье. Я бы хотел пригласить на сцену Василису вновь. Вот, Василиса Сташова здесь сегодня у нас в гостях. Вот. Композиция красивая, простая. Thank you.
Итак, друзья, спасибо. Василий Старшов, сегодня для вас здесь, на главном зале у нас в прекрасном клубе Алексея Козлова. Итак, продолжая наше, так сказать, веселье, я хочу пригласить на сцену Викторию. Виктория Ю, она здесь присутствует в здании. Вот, и мы сыграем песню на четырех аккордах. Аккордах прекрасную, такую же, как и все остальные прекрасные композиции сегодняшнего нашего вечера. И был здесь один человек, который хотел сыграть на барабанах, я помню. Да? Он вышел. Ну, давайте он следующую песню сыграет. Вот, пойдем, человек, ты тоже. Пойдем. Прости, пожалуйста, я не помню эпизод, но мы сейчас будем знакомиться. Итак, композиция простая, веселая. В ней есть целых 4 аккорда. Они вот здесь внизу. Ребята, ознакомлюсь пока. Вот, я передаю микрофон Виктории. Ребят, как у вас настроение? Такой вопрос, рассыпать. Все ли хорошо, все ли нравится, вкусно ли пиво наливается в баре. Все отлично было, да? Ну, мы продолжим. Поехали. Всем доброй ночи. Надеюсь, все еще живы и готовы потанцевать. Yeah.
Спасибо, друзья, огромное. Виктория Юма сегодня вот специально для вас с этой замечательной композицией. Итак, продолжим мы наш вечерок. Я хочу пригласить на сцену на бас-гитару Марселя Хакимова. Сейчас. Нет, мы вас не боимся. Мы вас позовем сейчас. Нет, мы не боимся никого. Сегодня это вижу, что мы никого не боимся. Итак. Привет. Вероника Шампо сегодня у нас. Правильно? Правильно. Вот Вячеслав Величковский покидает сцену. Возникает прекрасно для вас. Грузил, играл. Итак, нам... Нужен барабанщик, друзья. Вот, у нас есть барабанщик, пойдем. Спасибо. Поехали. Thank you.
Спасибо, друзья. Вероника Шампо для вас спела эту композицию. Ну и где тот человек, которого мы все должны бояться? Так, подожди, нет, не еще. Сначала. Это вот. Была шутка, это была плохая шутка. Плохая шутка, действительно. В общем, сейчас на сцену выйдет Яна, девушку зовут. Вот, и сейчас у нас будет что-то, да, интересное. Не знаю. Вот я тоже не знаю. Но мы будем сейчас что-то изобретать, друзья, по ходу пьесы. Поэтому сейчас будет вот то самое слово, которое называется джем. То есть играем, не знаем что, но, наверное, будет хорошо. Да? Вы поддерживаете наше начинание? Отлично. Господа духовики, я думаю, что вы подключаетесь смело, нажимайте все клапаны, все будет все равно попадать прям туда, куда надо. Итак, ну, мы начнем. Мне все равно, как в тоннеле. Я не знаю, где. Извините, если получится что-то не то, но, по крайней мере, это будет честно. Вика, спасибо, это было прекрасно, это было лучше, правда. Сегодня я так устала. Ты столько души, и я такая, о, музыка! В том понимании, в котором... Понимаете? Я хочу что-нибудь такое. Короче, иногда мы сидели там и думали, блин, вы такие громкие, и как будто все такие, а, я такой классный. Хочется что-нибудь такое, чтобы мы все услышали друг друга и были такими глубокими, тихими и, может быть, странными, может быть, нудными для всех, но уже 3 часа ночи, это не важно. И чтобы, если были 4 аккорда, чтобы потом бам, и они поменялись на совершенно другие, типа, развитие. И если ты будешь играть сначала на мажоре, чтобы потом ты бам, и ушел на минор, и мы все такие, черт, и кто-то обязательно сложал, и все это услышали, потому что вы сегодня почти не лажали, и это скучно. Нечего обосрать, это тяжело. Да. Спасибо. Что-нибудь такое. Это когда он идет в туалет и не думает, как это происходит. Песен из каких-то список, типа как крутое, умное караоке, и 50% распиздяйства. Это крайне важно, потому что иначе это не совсем супер настоящая музыка. Вы же пришли за этим, за настоящей, правильно? Не сочтите меня за сумасшедшую, я просто этим по-моему занимаюсь. Ничего страшного. Спасибо. Эксперимент — это круто.
Это важно, и это закон. Спасибо. Спасибо. Я для вас специально сегодня. Итак, друзья мои, на этой замечательной, чудесной нотке я спешу вам рассказать о том, что мы на сегодня закончим. Хорошо? Все, кто не успел, но очень хотел, друзья, мы здесь будем встречаться каждую пятницу. Каждую пятницу в клубе Козлова здесь сбор гостей в 23:30 после вечернего концерта, а начало нашего самого джема, ну, где-то там, пол первого часа. Вот, собственно говоря, кому интересна вся информация о том, что происходит, кто происходит и как происходит, вы можете воспользоваться глобальной сетью ВКонтакте и найти там группу, она называется достаточно предельно просто «Главмост Джем», друзья. Там будет вся актуальная информация, кто, зачем, во сколько, почему, какая музыка, какие там песни, не песни. Вот, ну и в общем там все можно найти, можно списаться, узнать, кто хочет поиграть, написать лично мне. Вот, еще раз хочу поблагодарить всех музыкантов, которые сегодня с нами были. Вот Марсель Хакимов, допустим, на бас-гитаре. Александр Горячих на гитаре, друзья. Алексей Козловский на барабанах у нас играл. Вот, у них там уже, понимаете, общение происходит. Алексей Любчик на басу сегодня музицировал. Иван Акатов на трубе у нас играл. Илья Чумаченко играл на саксофоне. Еще у нас целая была брас-секция. Ребята, простите, я вас не знаю, но спасибо вам огромное. Заходите, приходите. В общем, спасибо огромное всем вам, гости, что вы пришли и послушали все это благополучно. Вот, я надеюсь, вам понравилось. Заходите, мы вас очень рады видеть будем всегда. Вот, спасибо огромное клубу Козлов и всем работникам. Ребята, звукоцех, светоцех, спасибо. Бармены, официанты, администраторы, всем огромное спасибо, ребята. Меня зовут Слава Быстров, друзья, Главмост Джем. Здесь всегда, теперь по пятницам. Спасибо огромное, всем хороших выходных. Пока-пока. И для вас играет диджей Франц, друзья мои. Пожалуйста, немножко хорошей музыки. Не громко, пожалуйста. Чуть-чуть. Спасибо всем. Доброй ночи.